Массовое отравление в турецкой провинции Маниса прокомментировали в Министерстве обороны страны. По данным военного ведомства, 590 солдат начали жаловаться на недомогание после ужина 17 июня. Военнослужащие были доставлены в больницу с головокружением и тошнотой. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, их жизни ничто не угрожает. Полиция уже задержала 24 сотрудника компании-поставщика продовольствия. Уже второй похожий инцидент происходит в этом военном лагере. В конце мая с пищевым отравлением оттуда были госпитализированы более 1000 солдат. Сейчас в больницах остаются 72 солдата. Их жизни ничего не угрожает. К тому же в целях осторожности 51 военнослужащий также находится под пристальным вниманием врачей в казарме.